just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out of my mind. How'd you do this every time? Кто тебе прически делает? Сама себе. Я всегда обслуживаю себя сама. Я как-то уже на протяжении лет так 5, наверное, себя и стригу, и укладываю, и крашу. Потому что я знаю, что, ну, так как я хочу, могу делать только я. Есть какие-то ограничения, там, вот, что ты не будешь делать? Я люблю практически все делать, и даже есть какие-то сложности, я, ну, стараюсь тоже это как-то преодолеть, потому что, ну, мне самой интересно, как это. И если, допустим, девочка что-то показывает, то, что я не делала, ну, мы с ней обговариваем, что, допустим, я это сделаю с какой-то скидкой, ну, впервые, ну, будет скидочка. А так мне самой интересно, каково это. Ну, с опытом все уже приходит, поэтому тут уже начинаешь импровизировать, и сложности особо не создается. Сколько стоит самая дорогая? Сколько ты самая дорогая прическа у тебя была? Какая сумма? О, если честно, я всегда делаю большие скидки, девочка, потому что, не знаю, с самого начала мне казалось, я понимаю, что это талант, и за него нужно платить, но так как это как бы для меня в большей степени изначально была не работа, а как вот хобби, я всегда как-то принижала свою цену и думала, да ну, слишком много платить, ну, девочек жалко, ну, как бы, слишком дорого. Наверное, у меня самая дорогая это было 2000, если честно. А сколько клиентов за день примерно у тебя бывает? Ну, зависит от того, какую услугу они делают. То есть, если окрашивание, то бывает, ну, 5-6, если, допустим, стрижки, плюс там прически, бывает и до 12 клиентов. То есть, смотря сколько времени я провожу с каждой клиенткой, сколько у меня хватит. Ну, когда я слежу за твоим инстаграмом, мне кажется, ты даже не спишь вообще. А если спишь, то тебе снится обязательно, что ты делаешь. Да, это, кстати, правда. Когда я, бывает, устраиваю себе там выходной, редкий выходной, то мне прям вот я просыпаюсь от того, что мне надо кого-то бежать уже, чесать, там, красить, стричь. Как бы у меня уже начинается ломка. Ну, просто я стараюсь. Не то, что, ну, как бы себя тоже нужно беречь, конечно, но девочек так как много, они же просятся, надо же их выручить. Приходится и в вечернее время работать. А потом думаю, ну, потом отдохну. Сама идея стать парикмахером, она где зародилась? Когда зародилась у тебя? В школе, в детстве? Когда мама моя ходила к парикмахерам, и я сидела вот это с журнальчиками, смотрела, как ее причесывают, там красит. Я не понимала, зачем они это делают, но мне это нравилось так. Я думала, блин, круто же, стоишь целыми днями, создаешь красоту. Девушки уходят, ну, приходят одни, а уходят совсем другие, красивые такие, счастливые. Думаю же, блин, вот интересно. И почему-то вот задалась цель, думаю, блин, вот буду парикмахером однозначно. Но причем я не думала, что это будет моя основная там профессия какая-то. Я просто думала, это будет мое хобби. А работать, ну, где-нибудь там буду. У тебя же и сейчас сохранилось отношение такое к этому, как именно не к работе. Да. Это больше, наверное, как вот мое хобби. Ну, это моя жизнь в основном, потому что... Это, наверное, мечта каждого, чтобы заниматься своим любимым делом, зарабатывать еще и деньги при этом. Да, потому что когда ты приходишь на работу, которая тебе нравится, ты не только вот зарабатываешь деньги, ты просто кайфуешь, ты отдыхаешь, ну, в каком-то смысле, да. Даже когда тебе плохо, у тебя плохое настроение, там, плохо себя чувствуешь, все равно как-то отвлекаешься и получаешь удовольствие от этой работы. А сколько ты вообще работаешь парикмахером уже? Уже 7 лет. Да. Вы это из студии? А, это новое? Не, это новое. Это вот я в прошлом году как раз открыла ее. Раньше я работала в другом помещении. Там были условия, ну, совсем другие. Ну, так сказать, мой начальный этап. И потихоньку-потихоньку нарабатывала там клиентов. Раньше, когда еще не было у меня, ну, рабочего места определенного, я выезжала на дом к клиенткам. Ну, и девочкам тоже это было удобно. Там, допустим, кто-то с маленькими детками не может вырваться, либо там, в другой станице. Я выезжала на дом, потом уже
Начала снимать аренду. И потихоньку, потихоньку. Бывали периоды в твоей, вот, скажем так, 7-летней карьере, когда людей не было, вот вообще просто глухо было, или всегда было такое? Нет. Нет. Бывают периоды, когда зима, после Нового года, я так думаю, ой, ну как бы все по гостям разъехались, Новый год, это много растрат, как бы людям неоткуда брать деньги на прически, на покраски, ну выдохну, отдохну, короче, я, но нет, это наоборот как раз таки у всех каникулы, у всех есть возможность вырваться куда-то, и там буквально у меня бывает дня три отдохну после Нового года, и все. И потом прям начинаются вот записи еще вот с прошлого года, что вот запишите, пожалуйста. И в принципе такого прям вот, что людей нету, не бывало. Я уже привыкла к такому. Ну если, скажем, не то, что не было клиентов, а просто желание было поменять там бизнес, или то есть не бизнес, а... Бывали случаи, что очень расстраивалась, огорчалась, когда кто-то оставлял палки в колеса, очень было обидно, переживала, что делать дальше. Но я понимала, что это, ну как, это мое желание, и я мечтала быть с детства. Если я не добьюсь того, чего я хотела, то это буду не я просто. А я тот человек, который доходит до конца. Твои клиентки, наверное, же по-любому делятся своими секретами какими-то, спрашивают советы в процессе стрижки. Ну, конечно, они спрашивают, что им лучше подойдет. Да, по себе, да, это не секреты. Я по себе... Про свою жизнь. Ну, парикмахер – это как психолог еще в какой-то степени. Я вот об этом и хотел сказать, что тебе нужно быть еще и психологом. А мне нравится. Я когда была маленькая, и вот как раз таки я, когда совсем была маленькая, я думала, что, ну, фотомоделью, ну, почему-то так, как у всех бывает, учителем, у меня мама моя учительница, психологом и парикмахером. Вот это вот все, что мне вот нравилось. Но я не знаю, как это все так совместить. А теперь я понимаю, что это все, в принципе, в парикмахе соединяется. Ну что, как бы психолог, он постоянно выслушиваешь, помогает. А мне нравится вот слушать людей, нравится что-то им советовать, ну, узнавать жизнь, ну, вот так вот слушаешь и думаешь. Ладно, закончила школу. Желание большое стать парикмахером, после этого куда ты... Пошла работать. Сразу? Не, я пошла работать просто в магазин, там, техника, все такое. И задалась же с целью, что нужно заработать. И как бы там, ну, я понимала, что когда я прихожу на работу, вот в магазин, мне не нравится эта работа. То есть я прихожу насильно, я заставляю себя, думала постоянно, что надо уволиться, это не мое, ну зачем мне в магазине работать, да неинтересно, устаешь, деньги платят не так, как хочется. Есть те, которые искренне тебе завидуют, именно ты ощущаешь это? Наверное, скорее всего, да, но мне кажется, этим людям просто нужно стараться свою жизнь настраивать. Так, в любой профессии всегда есть такие люди, которые будут и завидовать, и что-то неприятное говорить, делать. Ну, а что поделать? Благодаря таким людям ты как раз таки начинаешь дальше еще идти, потому что тут два выбора. Либо ты опускаешь руки и ничего не делаешь, либо ты просто переступаешь через все это и идешь вперед. А часто у вас клиенты спят? Спят? Да. Пару случаев было. Да, кстати, бывает у тебя свободное время, вот когда оно у тебя появляется и на что ты его тратишь? Свободное время? Что это? Не, ну у меня оно бывает. Ну ты же не робот, тебе же надо отдыхать в любом случае куда-то. Ты же недавно ездила тоже отдыхать. Я обычно планирую это время прям вот заранее, всех оповещаю. Ну, я люблю очень ездить, допустим, там в горы. На моря. Море это вообще всегда успокаивает. Но опять же, если езжу на море, я обязательно беру с собой ножницы, плоечки, лаки. Ну так, на всякий случай. Ну, вдруг пригодится. А так, ну что я еще в свободное время делаю? Почти свое свободное время я посвящаю интернету. Точнее, мне стоит зайти в Инстаграм, либо в WhatsApp, а там пишут мои девочки.
Ну, надо же всем ответить. А ну, пока ответишь каждый, пока пришлешь что и как, чему. И это затягивается, бывает на часа два. И ты вроде сидишь, думаешь, о, было же там часов 9 вечера, а уже 12. Как так? Какие основные социальные сети, в которых ты общаешься? Инстаграм. Инстаграм. Одноклассники есть. С одноклассников я начинала, но сейчас я уже, наверное, года два туда не захожу, если честно. Вконтакте бываю, но мне чаще всего пишут в Инстаграме. Мне кажется, Инстаграм сейчас более активный и удобный. Ну, лично для меня точно. Пока работала в магазине, у тебя идея созревала о том, чтобы, видимо, создать... Да, ну потому что я понимала, что это работать в магазине – это ненадолго, а вот парикмахерство – это вот то самое. Ну, опять же, тогда это было не так актуально, и я не думала, что это так будет востребовано, как вот сейчас. А потом уже начала потихонечку уже делать на манекене прически, потом на девочках. Как бы косички, прически, чуть по чуть, цены как бы старалась ставить вообще там чисто за образ, так вот, и все. А потом потихоньку начала уже копить на обучение и поехала обучаться. Куда? В Тимашевск. Первое мое место обучения это в Тимашевске было. Было страшно, что я ничего не смогу, что я там... Все это новое, но было жутко интересно, и я ездила каждый день туда, несмотря на то, что автобусы ходили редко туда и обратно, но я ездила все время, даже когда болела. И это прям были хорошие дни. Мне не хотелось, чтобы учеба это заканчивалась вообще. И потом уже, когда обучилась, начала практику проходить, так сказать, ну сама. Просто объявляла здесь вот у себя в Калининской, что... Мне нужно набить руку, бесплатные модели, пожалуйста. И появилось очень много желающих, я даже не ожидала, потому что я бы, допустим, свои волосы боялась бы доверить кому-то. Ну это сейчас, наверное. Ну да, а так желающих очень много стало, и стали постепенно люди же узнавать, приходить, кому-то нравится, они приходят потом еще. И постепенно-постепенно стало уже ставить какую-то цену, потом поднимать, и люди друг другу рассказывают. Стала как бы социальные сети тоже развивать, и все, и пошло. И все, первая студия, когда у тебя своя, вот студия, которую ты открыла, когда она появилась? Вот это вот моя студия, самая первая такая, потому что до этого я работала в совсем другом месте, мы снимались с девочками, просто помещение, и там как бы, ну, это было, ну, не моя, а как бы общее что-то, вот, а это вот моя первая студия, вот в прошлом году. Сейчас я скажу, 26 августа, вот будет скоро год, ровно. Я очень боялась, мне было страшно, потому что, мне кажется, это большая ответственность иметь свою студию. Это много волокиты, тем более сделать все именно так, как вот хочется, ну, чтобы создать тот же самый интерьер, чтобы все было красиво, уютно, комфортно, чтобы было и самому мастеру комфортно и удобно, и клиенту, потому что мне хотелось вот не как вот у всех, что вот шумиха такая, там вот ногти делают, там вот брови, там вот волосы, а чтобы человек пришел как домой к себе и расслабился. Ну, не уснул. А расскажи за свой лейбл, вот, который мы видим всегда везде и на твоих фотографиях. Это, я его создала вообще, ну, как бы само название создала сама, просто что-то у меня. Я долго думала, что-то хотела со своим именем связано, но в то же время я не хотела, чтобы конкретно именно вот имя у меня было и все. И я вот долго придумывала и вот создала. Но вот сам лейбл, как бы, мне хотелось, чтобы была буковка «Д», это однозначно. Но вот короночку создал, и вот эта вот сама вот красивая буковка «Д», это мне помог мой муж. Вот, и как-то оно, ну, надписи, все сошло. Все. С короной муж помог. С короной муж. Я как-то, ну, ему же виднее. Я стеснялась корону, думаю, как-то завышено это все, ну, не знаю, я как-то поскромнее. Но сочетание все, оно прям получилось, прям то, что надо. Ну, это можно так раз... Судить не обязательно, что на тебе корона, а скорее на тех людях, которые приходят к тебе и королевами. Да, это замечательно, когда вот фотографирую, и получается над девушкой как раз-таки корона. И все смотрится. И все, что в этой студии, это все приобретала, делала сама? Да, абсолютно. Ну, постепенно, так все сама.
Все своим трудом. А люди приезжают, приходят к тебе только со станицы? Нет, отсюду практически, наверное, из Краснодара часто приезжают. С Москвы девочки есть, которые приезжают там в гости там, 2 раза в год, 3 раза в год. Они сразу же приезжают ко мне. Там с Питера тоже у меня уже есть прям конкретные люди, которые вот конкретно ко мне приезжают и постоянно у меня обслуживаются. Ну, с разных мест тоже, я просто не вспоминаю, кто там к родителям приезжает, им советуют меня, и они обращаются ко мне. И так они уже привыкают, и поэтому, когда в следующий раз приезжают, они приезжают ко мне также. Вот. Других станиц, районов, городов тоже разных приезжают. Девочки все будут твои клиенты смотреть тебя по-любому, и что обычно чаще всего они спрашивают, и что ты всем хочешь сказать, чтобы те вопросы, которые просто каждый день тебе пишут, чтобы они больше тебе эти вопросы, ну, поменьше задавали, скажем так. Например, там, ну, по записи. По записи всегда у меня по-разному. Ну, как бы бывает и за неделю, бывает за 4 дня можно найти. Но когда вот загруженный слишком график у меня бывает прям вот за месяц. Ну, то есть своим клиенткам ты посоветуешь лучше? Своим клиентам я советую за дня 3-4, но бывает. Ну, так как это свои люди, они всегда мне пишут вот прям вот сегодня, им надо сегодня, то приходится находить и вечером, время и раннее утро. Но так, конечно, желательно, ну, чтобы я успела чуть-чуть поспать. Да, кстати, как-то в Инстаграме уже смотрю, захожу, в 7 утра ты уже там прическу делаешь. Да, в 7 утра это бывает даже уже поздно, бывает в 4, бывает в 3 утра, это свадебные сезоны, бывает предлагают даже ночевать у них, чтобы вот так вот с ночи сразу собрать их, и это нормально. Я уже привыкаю к этому, зато полдня прошло, там часов 12, это уже столько красоты навела. Mm. В общем, да, пишите, звоните, подписывайтесь на его канал и на мою страничку. Ставьте лайки, репосты. Это называется коллаборация. А, блин, я забыла сказать. Продолжай. Так, вторая часть пошла интервью. Второй день. Всем привет! С вами Дина Пуценко. Круто. Сегодня мы поговорим.